Нынешняя зима грозит серьезным паводком. Аварийно-спасательные службы уже готовятся к тому, что весеннее половодье доставит больше проблем, чем год назад. Количество снега уже превышает нормативные показатели, а до конца весны его еще выпадет немало. Но уже сейчас вода прибывает в Называевский район более 170 тысяч кубометров. В сутки проходит мимо сельского поселения Мангут. Паводок начался осенью прошлого года и продолжается до сих пор. Дмитрий Куканос побывал на месте и узнал о причинах затопления. Вместо валенок – утепленные резиновые сапоги. Ирина Налимова обувает их всякий раз, когда выходит за порог дома. Обувь не по сезону, здесь носят все. Осенний паводок в селе Мангут плавно перетек в зимний. Вода проступает из-под снега, когда температура поднимается выше минус 10, и тогда окраина поселения выглядит вот так. С высоты полета беспилотника видно, что озера и болота вокруг Мангута объединились в один большой водоем. Сейчас морозы еще сдерживают потоки, но люди со страхом ждут оттепели. Предлагали переселение. Ну, как бы мы не соглашались, особенно вот на казарме тоже, что переселение будет, а куда переселять и что, непонятно. Где-то сейчас, наверное, сантиметров 50-80 уровень воды поднялся. Сейчас застыло, здесь не пройти, вода вышла на дорогу, потопила очень много домов. Вода вплотную подступила к строениям и замерзла. Теперь в некоторых дворах можно кататься на коньках. Но хозяев это не радует. Погреба полностью затоплены. Очень сыро стало. Ремонт, думаем, дальше не делать, потому что обои отклеиваются все. И влажность очень большая, думаем переезжать. Но куда? Под угрозой подтопления весь Мангут. Высота в центре поселения даже ниже, чем на окраине, которую подмывает уже сейчас. А кое-где в дренажных проколах под местными дорогами видны мощные потоки. А вот в этом месте работники облводопровода пытаются чистить отводные каналы. Но воды, похоже, здесь так много, что техника тонет, даже не доезжая до них. В Главном управлении региональной безопасности объясняют, вода осталась с прошлогоднего наводнения в соседней Тюменской области. Чиновники уже выделили деньги на дренажную траншею, которая уведет воду в озеро Ик. До 20 марта сделана эта работа, объем работы проведен, и вода вся уйдет. И все. Мы не прогнозируем другую ситуацию, потому что мы уже приступили к работам. Если бы к работам не приступили, вода потихоньку двинется в направлении Называевск. Угрозы затопления села не было бы, если бы продолжал функционировать Мангутский канал, построенный в советское время. А по иронии судьбы, в том, что он не справляется, виноваты сами жители. Они насыпали переезды через него. Дмитрий Куканос, Евгений Русенко, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.